Всех приветствую на своем канале. Сейчас мы вам покажем небольшой обзор станка, который будет усовершенствоваться в дальнейшем. Вот мы к нему подобрали коробочку, так как напряженка с редукторами, которые понижают, мы ГАЗ-51 коробку приобрели. К нему рычаг все укоротим, укоротили вот его. Вот так вот будет, как джойстик. Так, здесь далее будет у нас соединяться на шлицами. Это взято с сцепления, с диск 53. Далее здесь будет, ну, тоже так же рама. На нее установим коробку. Ну, при случае можно, чтобы ее... Так он как тяжело очень, слишком будет. У нас будет получиться как двойной. Можно ее отделить. Здесь это когда обороты у нас большие. Но чтобы нам поменьше оборотов сделать, вот мы решили эту коробку поставить ее. Когда у нас 15 оборотов в минуту, мы можем здесь и 2 оборота сделать, и 3, и 5. Зависим, какая скорость будет. Далее ставим на выход москвичевский маховик. Ну а к нему уже можем здесь и корзинки крутить, и любую валюту. И... Но дело в том, что у нас будет понижать. Это большой плюс. Так что будем потихонечку собирать его. А там на видео посмотрим.